Август – время сбора урожая и подготовки к зиме. Засолки, варенье, заморозки. Сегодня соленья можно купить почти в любом магазине. Однако хозяйки предпочитают готовить угощения на зиму своими руками. Во многих семьях рецепты передаются из поколения в поколение. Любят заниматься заготовками и опрошенные нами самарцы. Баночки по 3-4, вот чисто вот на зиму. На салаты. Я делаю помидоры, огурцы, яблоки, консервирую, компоты делаю, вишневый, сливовый, смородный. Сейчас меньше. Раньше, знаете, по 30 банок помидор, по 20-30 огурцов делали. Экспериментирую, я делаю и с вишней, и с черной смородиной. Добавляю вместо уксуса, вместо лимонной кислоты, я добавляю туда вот ягоды. Валентина занимается засолками каждое лето. Рассказывает, когда была еще школьницей и жила с родителями в деревне, заготовки делала в деревянных бочках. Стеклянных банок не было. В бочках солили капусту со свежими яблоками и помидоры. Стратегические запасы хранили в погребе. Вся семья была обеспечена запасами на целую зиму. Теперь у Валентины есть свой дачный участок, где она выращивает овощи, которые затем и отправляются на консервацию. Я считаю, что что-то передалось, конечно, от родителей. И, ну, мне, в общем-то, нравится. Было бы еще желание. Мне нравится этим заниматься. Я люблю, если я люблю огород, значит, я люблю консервировать, я люблю что-то делать, я вообще люблю готовить. Мне нравится, чтобы это приносило удовольствие еще вот людям, допустим, детям, вот внучке. А они покушали и сказали, ой, как вкусно, вот, а мне это от этого было бы очень приятно. Чаще всего Валентина солит огурцы. Рецепт достался от мамы. Огурцы предварительно нужно замочить в холодной воде на 4-5 часов. Затем еще раз промыть и отрезать конечки. На этом этапе огурцы для засолки уже готовы. Далее нужно подготовить банку. В нее Валентина кладет листья смородины, хрена и вишни, а также чеснок и укроп. После того, как все ингредиенты помещены в банку, нужно положить в нее огурцы и залить кипятком на 15-20 минут. Затем рассол нужно слить в отдельную кастрюлю. Получается, что на литр воды мы должны положить 2 столовые ложки соли, 1 ложку столовой сахара и на литр, ну, десертную ложку уксуса. Теперь этот рассол снова заливаем в банку. Чтобы огурцы получились хрустящие, Валентина советует добавлять горький перец. Далее закручиваем ключом. Важно закрутить огурцы так, чтобы банка не лопнула. Но для этого мы добавляем уксус. Немножко уксуса, чтобы вода была кислая. Потом нужно укутать, и это должны огурцы, ну, где-то постоять они должны в теплом месте, чтобы закрытые были где-то сутки. Специалисты считают, что соленые огурцы богаты натрием и калием, укрепляют иммунитет, улучшают пищеварение, снижают холестерин и чистят сосуды. Полина Чулюкова, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.